по-королевски. Скумбрия, запеченная в духовочке. Минское пиво, картошка в мундире. То, что надо. Мамуля довольна. Как вкус вам? Специфический. Специфически. А как говорила баба Катя? Ну, не помню. Ну, вкус зае. Заебись. То, что надо. Баба Катя так не говорила. А кто так? Елена Юрьевна говорила? Это я говорю. А, это ты заговорил. Понял. Все понятно. Баба Катя сказала, да, смачно, может быть. Понятно. Слава Богу за сегодняшний ужин. 5 июля 2021 года. Давай. Бокал тебе дать или что? Ну да, что, через бутылки. Пей из горла, это что? Это культурные люди, европейские, только так. Это все же натуральное. Да. Давай, будем здоровы. Бери бутылочку. Загадай желание. Все, оно исполнится. Обалдеть, честное слово. Это бомба. Вот моя половина, я еще сверху полил лимончиком. Я не умею пиво пить в бутылке. Кайф. Кайфуем. Да, мамуля, это кайф.